Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить новые серии мультика «Тачки. Молния Маквин». Приятного просмотра! Привет, ребята! Сегодня я научу вас рисовать и раскрашивать главного героя мультика «Тачки. Молнию Маквин». А для начала нам потребуется черный фломастер. Начнем! Ну что же, наш Молния Маквин готов, и теперь мы можем его раскрасить. Для этого нам потребуется красный, желтый, оранжевый, черный и голубой фломастеры. Вот такой забавный и классный Молния Маквин у нас получился сегодня. Ребята, а вам понравилось рисовать вместе со мной? Тогда подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить пальчик вверх, и также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые мультики.